Okay. And then you will dig the holes every 2 meters. Yeah. Okay. Until you reach the other side. Sorry, but between these are also 2 meters. Exactly. ¿O los marca con qué? Ah, con un palinazo. Now this is a very soft soil. It's very soft. It's not difficult. You cannot be too precious about this. You need to advance, right? Yeah. Otherwise, you won't be able to finish this job. Okay. Can you show another one? Continue the show. Right. Vamos a traer el almacén. ¿Qué pauta? Lo vamos a mandar a traer ahí. Después vamos con ellos. ¿Ese entrega el otro palé? ¿Cómo está ese almacén, Domingo? No, pero ya está afuera. Ok. Run, rabbit. Ay, cero, sí, no, cero. No es que lo habíamos marcado de allá para acá, ahora lo llevamos para allá, pero ahí está la marca bien hecha. Muestre, pero allí. ¿Qué cosa? ¿Sí? Серег, давай улыбайся. Будь счастливым. Сеньор Гонсало передал нам вот эти великолепные деревья, гейши. Эти саженцы мы сейчас будем сажать. Мы их забрали только что из этих ясен. Это будет нечто потрясающее. Эти деревья собственными руками посаженные на этой великолепной земле Коста-Рика. Что может быть более романтично, чем это? Ничего. Ничего. Им 10 месяцев. Добро пожаловать в школу, в первый класс. Прям. Я говорю, я чувствую неизбежность. Неизбежность чувствую. Что вот этот проект с Америкой. Нам сейчас надо будет главное все сделать. Да. А я только из Дублина приехал. До этого я как бы не мог себе позволить. Так, знаешь, подумал его. А там я приехал с четким ощущением, что как бы, понимание кофе важнее. Вообще понимание продукта важнее. Наши саженцы гейши, которые мы будем высаживать, наблюдательный глаз может увидеть на них вот эти точки. Это охо де сапо, глаз жабы. Они происходят из-за того, что в яслях саженцы находятся близко друг к другу. Но когда мы их пересадим в поле, это пройдет. Деревья мгновенно поправятся, и вы это увидите, когда мы будем здесь в следующий раз.